Сегодня вся страна с тревогой следит за ситуацией в Хакасии, где на протяжении нескольких дней бушевали лесные пожары. Сейчас они потушены, но на местах для предотвращения повторных возгораний продолжают дежурить силы МЧС. Чтобы не допустить подобных ситуаций в Белореченском районе, усилены меры противопожарной безопасности. Подробности в нашей рубрике. В районе усилилась пожароопасность и участились случаи возгораний. Главой района, как председатель комиссии по чрезвычайной ситуации, принят ряд управленческих решений о запрещающих мер населению сжигание мусора, поджога и выжигание травы полей сельскохозяйственных и несельскохозяйственных. Все вы прекрасно видели, что происходит в Хакасии, что с этим вопросом наше управление, пожарная часть, полиция, все силы будут нацелены и направлены на выяснение всех обстоятельств детально, кто поджег, где поджег, зачем поджег, какие ущербы. Значит, будет все подсчитываться абсолютно от А до Я. Выезд следственных оперативных групп, выезд пожарных машин, расход топлива, времени и так далее. Поэтому я хочу предостеречь желающих таким образом наводить порядок в сельхозугодьях, в подворьях. Заключайте договора, вывозите мусор, не сжигайте, берегите себя и своих родных и близких.